Кто ты? Сам знаешь. Я такая счастливая. Я вижу. Как здорово! Спасибо. Добро пожаловать, Густав. Густав поживет с нами. Значит, теперь мы его семья? Мы всегда ею были. Он меня ненавидит. Конечно, ты же его отец. Смирись с этим. Это Аманда. Здрасте. А это моя приемная мама. Следующий вопрос. Ваш любимый цвет. Да у меня не так много друзей. У меня тоже. Дорогая Анна, поздравляем. С кем у вас был первый секс? Ты всех об этом спрашиваешь? И тогда он сказал: чего ты боишься больше всего? Что все исчезнет. В этом месяце мы выходим... Какого черта ты делаешь? Никто из нас не может признаться Питеру. Ты что? Мне придется об этом рассказать. Но он же не специально. Мы семья, Густав. Мы должны доверять друг другу. Если не получается, тогда уходи. Ты считаешь меня чудовищем? Что случилось? Не подходи ко мне. Папа! Не надо. Папа! Прошу. Королева сердец. Иногда то, что есть и чего не должно быть, это одно и то же.